траекториями. Ну, это мы совместными усилиями в прошлый раз установили. Я сначала сделал формулировку, ну, которая сразу из доказательства получается, что почти все траектории непрерывны. Но потом мы поняли, что когда почти все, то можно сделать и все. Это версия, то есть это не сам процесс, какой был, а это заменили, как вот подменяют случайные величины почти всюду равными. И у нас еще было вот что, была конструкция, значит, такая, что если верхняя мера равна единице, то x0 можно превратить в вероятностное пространство. Вот мы на этом кончили. Значит, как это, ну, зачем это нам нужно? Это нам нужно вот зачем. Это дает возможность строить распределение процессов в пространстве непрерывных траекторий. Ну, а чем непрерывные траектории лучше произвольных, это я сейчас поясню. Значит, получается такое следствие. Если почти все или просто все траектории процесса все от Т непрерывны, значит, непрерывны на АБ, то существует процесс, значит, процесс, ну, это Т на пространстве непрерывных функций, так уже не всех траекторий, с теми же конечномерными распределениями. Значит, распределениями, так? На какой он сигма-алгебре определен? Значит, на сигма, значит, он, значит, определенный на сигма-алгебре, порожденный цилиндрическими множествами. Ну, то есть, что это за сигма-алгебра? Это CAB пересечение вот с нашей вот этой вот, которая была. Значит, ну откуда это взялось? В частности, это так, если выполнено условие Колмогорова. В частности, это верно. Это верно, если вот это. Так. Как применить вот эту конструкцию? Давайте применим эту конструкцию. Значит, доказательство. Если почти все траектории, ну или все, как в теореме, все от Т непрерывны, то распределение процесса имеет как раз внешнюю меру единиц. Почему это так? Значит, тут нужно помнить, что такое внешняя мера. Что означает
это мы уже много раз обсуждали, зачем нужно эту звездочку нацеплять. Это потому, что это множество не входит ни в сигма-алгебру, ни в ее выполнение. То есть, как это расшифровывается? То есть, если множество Е из сигма-алгебры лежит в дополнении, то есть во множестве разрывных траекторий, то его мера, ну тогда у него мера определена, раз это множество не абы такое, а из сигма-алгебры, значит у него какая-то мера есть, то у него мера ноль. Так. Ну почему так? Ну потому что чему равна мера, по нашему построению, чему равна мера? Мера таких траекторий, таких омег, что соответствующие траектории лежат в Е. Но это вероятность нулевая, потому что почти все траектории непрерывны, а это Е лежит вне непрерывных траекторий. Значит, попасть траектории в это Е вероятность нулевая. Поэтому вот эта конструкция Холмогорова дуба приводит к процессу, у которого вероятностное пространство, вот это пространство уже непрерывных траекторий, а не всех, и у которого конечно мерные распределения те же. Значит, но, значит, тут важно иметь в виду, это не ну, вообще говоря, не версия кси, так как заменили вероятностное пространство. У нас в определении версии не разрешается менять вероятностное пространство. По самому определению версии это процесс на том же вероятностном пространстве. А мы вероятностное пространство подменили. Ну, на первый взгляд может показаться, что подмена не очень существенная, потому что мы вроде как подменили частью пространства всех траекторий. Мы вроде как были удовлетворены пространством вероятностным, состоящим из всех траекторий. А тут вроде взяли его какую-то лучшую часть из непрерывных траекторий. Это некоторая подмена, но может показаться, что она безобидная. Но вот я напоминаю, что она не безобидная, потому что безобидная подмена – это когда вы измеримым подмножеством заменили. Но вот это вроде бы хорошее множество, оно вот тут, значит, как мы уже много раз обсуждали, неизмеримое, и приходится вот эти звездочки навешивать. Но в чем выгода-то? Почему так сказать, это ценно, что пространство стало поменьше из непрерывных траекторий? Чем оно лучше-то? А оно лучше вот чем. Значит, вот смотрите, когда изучают измеримость на отрезке, ну там с барелевской сигма-алгеброй, сигма-алгеброй измеримых по Лебегу множеств, то, хотя там, значит, детей пугают, что бывают якобы какие-то неизмеримые множества, но на самом деле надо понимать, что это такие страшилки абстрактные, что вообще-то в реальной жизни они не встречаются, эти неизмеримые множества, и что практически можно считать, что все, с чем мы имеешь дело в реальной жизни, измеримо. Так? И это нужны какие-то специальные выкрутасы теоретика множественные, чтобы получить что-то неизмеримое. А вот в этом пространстве траектории, наоборот, оказалось, что очень разумные множества, там, непрерывных функций, неотрицательных функций, возрастающих, абсолютно вот, все такие конструктивные множества, наоборот, неизмеримы. Но это из-за чего произошло? Это из-за того, что вот это пространство траектории, оно слишком большое. А в пространстве непрерывных функций мы возвращаемся вот к этой благоприятной ситуации отрезка. Вот в смысле измеримости отрезок – это одно из таких самых благоприятных пространств. Вот пространство непрерывных функций, оно столь же хорошо. Значит, и это составляет содержание, значит, вот такой задачи. Значит, в пространстве непрерывных функций – это, значит, полная сепарабельная метрическое пространство.
ну, сепарабельное, в котором есть счетное всюду плотное множество. Вот. В этом пространстве таким счетным всюду плотным множеством являются многочлены с рациональными коэффициентами. Да? Значит, поэтому в нем есть, ну, как и полагается, пространству метрическому, в нем есть барелевская сигма-алгебра. Порожденная всеми открытыми множествами. Ну, поскольку тут пространство метрическое, сепарабельное, то это то же самое, что сигма-алгебра, порожденная счетным числом открытых шаров рационального радиуса с центрами точка всюду плотного множества. Такой вот аналог рациональных интервалов на отрезке барелевской сигма-алгебры тоже порождается всеми открытыми, но можно брать гораздо меньше, можно брать вот интервалы с рациональными концами. Здесь вот аналог интервалов с рациональными концами – это шары, открытые рационального радиуса с центрами, ну вот скажем, в этих многочленах с рациональными коэффициентами. А, значит, почему не было шаров в пространстве траектории? Ну, потому что там нет такой разумной метрики в пространстве траектории. А здесь какая метрика? Значит, метрика здесь, какое расстояние между непрерывными функциями? Значит, расстояние между непрерывными функциями – это максимум, значит, модуля разности. Вот с этим расстоянием это... Значит, очень такое классическое, значит, ну, в многих отношениях интересное пространство. Значит, и вот вам, значит, эта метрика порождает конкурирующую сигма-алгебру. Так? Вот у нас там была какая-то там с цилиндрами связана, а тут появилась такая вот, ну, обычная, вроде как, обычная для отрезки сигма-алгебры, для метрического пространства. Но оказывается, что это одно и то же. Вот в этом состоит содержание задачи. Значит, нужно доказать, что вот эта барелевская сигма-алгебра совпадает с цилиндрической, то есть совпадает с пересечением вот этой цилиндрической. Еще можно так сказать, то есть порождается отображениями вычисления. Значит, когда x переходит в x от t. Ну, а t берется, ну, вот, из этого нашего t. Так. Значит, вот в общем функциональном пространстве абсолютно всех траекторий вот такие вычисления порождают вот эту нашу сигма-алгебру, вот эту. Но, значит, в этом пространстве появилась вот эта барелевская конкурирующая. Но оказалось, что они, значит, в полном согласии, и, значит, ничего тут, так сказать, никаких расхождений нет. Таким образом, вот по вот этим двум теоремам Колмогорова можно строить процессы непрерывные. Значит, вот мы, ну, в скорости, значит, построим, можно сказать, самый главный непрерывный процесс, виннеровский. Но, значит, прежде чем переходить к конкретным, вот, значит, дальше, значит, смотрите, вот это такое некое, как бы, можно сказать, из теории меры какое-то наследие, вот эти вопросы, которые мы рассматривали. Но сейчас мы перейдем, ну, собственно, процессом, значит, и дальше... дальше это, вот эти, все эти вещи, они будут как бы немножко на втором плане, но в идейном отношении они важны. Ну и вот мне кажется, что лучше с них начинать, потому что они, ну, какое-то общее, так сказать, какую-то общую картину дают. Хотя вот дальше у нас пойдет некая конкретика про такие, я бы даже сказал, довольно специфические процессы. Вроде бы, так сказать, то, что можно обсуждать вроде бы без мер, так
рациональном пространстве. Но теоретически можно, и так вот там, в прикладных курсах так и делают, но, в общем, мне кажется, что это вот полезное обсуждение. Теперь хотя бы для того, чтобы просто эти процессы построить, вот, хотя бы с такой целью. Введение мер на пространствах траекторий – это не только чисто утилитарная такая цель, чтобы процессы строить. Вот, во многих задачах фильтрации случайных процессов, оценивания случайных процессов, статистики случайных процессов, вот эти меры на пространствах траектории играют весьма важную роль. Поэтому, в общем, надо иметь о них представление. Теперь еще два таких, вроде бы технических замечания, но тоже полезных. Значит, замечание. Значит, оно из двух частей состоит. Значит, первая часть. Значит, два условия согласованности Колмогорова. Я напомню, там одно условие с проекциями, другое с перестановками. Можно склеить в одно условие. Это вот может быть интересно для тех, кто, так сказать, считает, что эстетики больше в простых вещах. Это вот что можно сделать. Вместо наборов, значит, конечных точек из Т и мер, соответствующих конечномерных определений, можно иметь дело с конечными множествами. Значит, конечными множествами Т, значит, лежащими в Т. И мерами ПС, полученными, мерами ПС на пространстве траектории. Вот. Значит, множество, это получается, конечномерное, конечно, пространство, в отличие от вот этого пространства всех траекторий. Значит, полученными при проектировании меры на пространство РС. Какое проектирование? Вы берете траекторию, так, и сюда ее посылаете. Вы ее посылаете в траекторию на этом множестве, взяв сужение. Взяв сужение x на s. Было большое t, в нем маленькое конечное s, функция была на всем t. Вы ее сузили просто. Без всяких там фокусов, обычным образом, как на подмножество, сузили, получилась функция на S. Значит, у вас такое получилось линейное отображение из функции на T в функции на S. И это отображение переносит меру, вот эту, распределение процесса, переносит на, вот это конечномерное пространство. Тогда никаких перестановок не образуется. Потому что почему тут у нас какие-то перестановки были? Потому что мы тоже можно сказать, конечное множество ведь было. Да, множество конечное, но можно было по-разному нумеровать, так, одно и то же множество, а тут никакой нумерации нет. И кроме того, здесь нам разрешалось брать повторяющиеся точки. А когда вы берете подмножество, то, конечно, никаких повторяющихся точек в нем нет. И это убирает вот это условие с перестановками. Значит, при таком подходе,
только одно условие. Только одно условие остается. От колмогоровских двух. Если S1 лежит в S2, ну вот эти конечники, так, то проекция P, значит, вот которая у нас тут получилась, PS2 на R, значит, S1 равна P, значит, S1. Видите? Значит, у нас было там у Колмогорова условие с проектированием одно, а еще было с перестановками. Но когда мы вот так это все трансформировали, то перестановки ушли. А, ну, это дело вкуса, кому как больше нравится. Вот что, так сказать, яснее, когда наборы точек занумерованы и упорядочены, или когда подмножить. Это, в общем, дело вкуса. Нельзя сказать, что это уж очень принципиальные вещи, но вот при таком варианте, значит, обратите внимание, что никаких перестановок не возникает. Значит, это первое. Значит, это первое замечание. Значит, второе замечание. Значит, до сих пор, значит, t как, ну, абстрактное множество. Пусть теперь t лежит в. А тогда появляется ну, такая каноническая, ну, канонический способ нумерации точек. Так? Тогда можно считать, что мы ну, нормальным образом записываем это множество. Значит, конечное множество. Значит, вот это конечное подмножество. А мы записываем его вот с помощью обычного упорядочения. На произвольном множестве никакого стандартного упорядочения нет, а на прямое, но естественно и есть. И поэтому можно не брать хаотические наборы, а всегда договориться, что мы всегда будем записывать, ну и так почти всегда и делают в теории случайных процессов, когда t это значит, часть прямой, так всегда и делают, берут вот не хаотические точки нумеруют, а подряд. Значит, тогда никаких перестановок тоже не возникает. Так? Никаких перестановок тогда тоже нет, видите? Потому что нет двух способов записать эти точки по-иному. Значит, если так делать, то тогда тоже остается условия, тогда тоже, значит, дайте я напишу. Значит, тогда тоже нет условия с перестановками. Но, значит, условия с проекциями надо писать аккуратно. Значит, условия с проекциями надо писать так. Если даны, ну вот точки, значит, n точек, вот уже так вот, по договоренности упорядоченных, и одна из них, ну, скажем, Tm, убирается, то мера, которая вот этому урезанному набору соответствует, то есть шли-шли до точки ТМ, ее убрали, следующее, и вот это. Значит, она должна быть проекцией. Значит, проекцией Т1, ТН на
значит, ну, при отображении, вот таком вот проектировании, когда x1, xn у вас отображается в x1, значит, xm минус 1, xm плюс 1 и так далее, xn, соответствующие проекции. Что тут можно сделать не так? А можно сделать не так вот как, привыкнув к неупорядоченным наборам, записать условия Колмогорова так, как мы писали условия Колмогорова для неупорядоченных наборов, отбрасывая последнюю точку. Так. Помните, когда в таком, так сказать, в нашем базовом условии Колмогорова у нас как было? Значит, мера такая проектируется куда? Ну, убрали последнюю. Так? Но понятно, когда наборы неупорядочены, это все равно. Любую можно считать последней и ее убирать. Но когда у вас наборы стали упорядочены, то недостаточно убирать только последнюю. Ну, вот давайте я приведу пример с тремя точками. Например, значит, когда есть t1, t2 и t3, надо проверять не только отбрасывать t3, не только пару t1, t2 надо проверять, но и отбрасывать еще первую и среднюю. Так. Вот в качестве задачи можете придумать пример случая трех точек, когда условие согласования выполнено, если отбрасывать только последнюю, большую, но оно может быть нарушено, если отбрасывать, скажем, первую или среднюю. Так. То есть, видите, вроде бы условий Колмогорова стало меньше, когда упорядоченные наборы. Так тоже ушло условие с перестановками. Но вот это условие с проекциями, оно, ну, такое стало чуть-чуть более, значит, чуть-чуть более длинное оно стало. Вот, значит, тогда не надо забывать, что недостаточно отбрасывать только наибольшую точку. Так. Ну, теперь вы еще скажете, а у нас же вначале разрешались точки повторяющиеся, так? А когда мы перешли к подмножествам, или, вот как в первом пункте замечания, или вот к таким упорядоченным в случае R, то у нас вроде бы какая-то недостача получается. Куда делись те распределения, которые были? Ну, например, когда все точки одинаковые. Так. А они никуда не делись, просто про них можно благополучно забыть, потому что если даны вот эти, то те из них уже получатся автоматически. Значит, вот при таком описании, значит, наборы типа, ну, значит, P, T1, T1, а потом дальше T2, T2, Tn, вот такие, когда что-то повторилось, так, значит, не встречаются вот среди таких, но они восстанавливаются по остальным. Ну, а именно, скажем, вот это, значит, вот это вот такой вот, когда две первых одинаковые, а дальше пошли разные. Как он восстанавливается, ну, откуда он получается? Так, значит, как он, из чего он получается, такой набор?
Значит, он получается, из вот такого, который в нашем списке есть, с разными отображением. Значит, вот такой на Rn, а этот на Rn плюс 1. И, значит, он восстанавливается вот из этого. Ну, таким же точно отображением мы дописываем просто недостающие, значит, координаты. Ну и точно так же, если много этих точек повторяющихся. Например, если они все, равные, или среди них какие-то сколько-то равных, потом еще сколько-то равных. Ну вот по аналогии вот с таким отображением, значит, все они восстанавливаются из таких вот нетривиальных. Так. В этом тоже некоторая выгода такого представления есть, упорядоченного, потому что не надо, вот про такие не надо думать. Так. И теорему Колмогорова можно сформулировать вот для таких наборов, значит, без повторений. Она получается, в общем-то, равносильно исходной, потому что вот такая связь между этими проекциями. Так, ну теперь, давайте, значит, ну вот наша следующая цель – это ввести два самых главных процесса, про которые я называл. Это, значит, виндеровский и пуассоновский, которые и их, так сказать, ну, их как бы производные, они, ну, почти все разумное охватывают. Но, значит, вместо, ну, сейчас можно было бы привести их определение обоих, но я лучше сейчас приведу определение одного более широкого класса процессов. Давайте, чтобы все-таки это совсем в воздухе не повисало, все-таки сделаю замечание. Значит, на этом пути, виннеровский процесс, про который дальше будет немного более подробный разговор, значит, виннеровский процесс может быть получен, ну, или может быть, лучше сказать, введен, как процесс с конечномерными распределениями, вот какого вида. Значит, это мера с плотностью. Так, значит, на Rn. Где вот эти, значит, разные, значит, плотность, вот эта вероятностная плотность, это такая гауссовская плотность, у которой вот какое выражение. Значит, это произведение, значит, вот таких вот, значит, значит, вот таких вот значит вот таких вот значит величин, и значит здесь, значит, а здесь, значит, вот так. Ну и здесь нужно t0 сделать нулем в этой формуле для единообразия, и x0 сделать тоже нулем. Видите, это видно из этого выражения. Значит, вот кто не забыл, кто такие стандартные гауссовские плотности, то видно, что это стандартная гауссовская плотность на Rn, подвергнутая линейному преобразованию. С помощью теоремы Колмогорова получается, что такой процесс есть, потому что, ну, довольно легко
это просто непосредственно такое упражнение, простое упражнение по анализу, что, значит, эти конечномерные распределения согласованы. Когда вы меру вот с такой плотностью проектируете, ну, исключив, так сказать, одну из координат, ну, получится аналогичное выражение. Но мы это не будем проверять, потому что у нас сейчас этот процесс получится немножко более элегантным образом. Ну, это тоже себе вполне разумный подход, но так он производит какое-то, ну, так себе впечатление. Так? Вот какие-то еще эти гауссовские распределения там, вот, значит, такие странного вида искаженные. Но этот процесс можно немножко более элегантно представить, и у нас вот будет три описания Винеровского процесса. Значит, первое его описание – это вот это, но вот в качестве упражнения оставляется проверка согласованности. Вот уже здесь, значит, можно сказать, появился Винеровский процесс. А второе его описание, ну и основное у нас как бы базовое, будет описание этого процесса в рамках процессов с общих процессов с независимыми превращениями, потому что оба вот этих главных наших процесса, Винеровский и Пуассоновский, они оба с независимыми превращениями. И вот сейчас я введу определение процесса с независимыми превращениями. И, значит, вот основной с Винеровским будет вот такое. Значит, основной Винеровским будет вот такое, через процессы с независимыми превращениями. Ну и будет еще третье довольно красивое его описание через случайный ряд. Ну а потом я прокомментирую, как, ну, исторически этот процесс, значит, появлялся у классиков. Значит, он появился, ну, под названием процесса, значит, броуновского движения, у Эйнштейна, Лангевена, потом там, у физиков, ну а потом вот, значит, это в начале 20 века, а потом, значит, в 20-х годах Винер предложил математическую конструкцию, сначала, ну, такую не вполне аккуратную, ну а потом, так сказать, ее доделали разными способами, и вот Колмогоров предложил элегантный способ, как ввести, ну, вот мне кажется, что самый короткий и ясный способ, как ввести Винеровский процесс. Это комбинация двух результатов Колмогорова. Ну, это, в общем, не удивительно, потому что вот то, что делал Колмогоров, это как-то всегда отличалось, ну, какой-то такой простотой и ясностью. Ну, хотя вот что нельзя путать с тривиальностью. Значит, теперь вот определение. Значит, процессы с независимыми превращениями. Значит, это очень важная часть, значит, общих процессов. В такой базовой теории вероятностей очень важна концепция последовательности независимых случайных величин. Так? Ну, это, вот, можно сказать, в основном этим и занимаются в базовой теории вероятностей. Но если процесс случайный не с дискретным временем, а, ну, скажем, с отрезком, с непрерывным временем, то удивительным образом почти никогда не бывает, чтобы вот эти случайные величины ксите были между собой независимы. Вот это странная какая-то вещь. Когда время у вас n или z, то, ну, или какое-то еще иное там, значит, натуральное время, то почему-то это вполне естественно, это очень плодотворно, и многие задачи под это подпадают. Но когда вы переходите к процессам с непрерывным временем, то почему-то это исчезает. Вот, ну, нет разумных процессов, ну, их, конечно, можно вводить, у нас сейчас, ну, примеры будут такие, но это искусственные примеры. В задачах почему-то вот не бывает процессов, чтобы вот эти случайные величины при разных моментах времени, ксите, чтобы они были между собой, почему-то так не бывает. А вот то, что разности их независимы, это бывает. Значит, определение. Чаще
Ну, ксенные. Ну, случайные. Нет, ну почему часть суммы? А вот в базовой теории вероятности, когда имеют дело с случайными величинами ксиенные, то очень часто, ну я бы сказал, почти всегда говорят, вот пусть ксиенные независимые случайные величины. Ну что-то с ними делают, ну не только сумму, но дальше с ними начинают что-то делать. Нет, ну смотрите, вот как бы базовый процесс, он из независимых состоит, а потом из него что-то изготовляют какими-то преобразованиями, что-то еще, так? Но все-таки надо признать, что базовый процесс, он с независимыми значениями. Вот эти ксиенные, они в теории вероятности, очень редко. Вот вы вспомните в базовом курсе, если у вас хоть одна теорема, в которой была бы последовательность случайных величин, и про которые бы не сказано было, что они независимые. Ну какая? Нет, ну слушай, ну некоррелированность это просто такое техническое, ну это небольшое техническое усовершенствование независимости. Мне кажется, с независимыми вращениями это прямое обобщение случая, когда мы брали частичные суммы. Это верно, да, но тем не менее, вот я как раз хочу сказать, что у нас процесс получается не из чего-то с независимыми значениями. Вот почему-то куда-то делись. Ну, теоретически они же существуют в каком-то там своем мире, так сказать, абстрактном. Они живут, эти процессы, с независимыми значениями, так? Но почему-то в задачах их нет. Вот в реальных задачах их нет. Так, значит, смотрите, вот определение. Значит, пусть теперь Т... Значит, смотрите, вот сейчас у нас Т было абстрактное множество, а потом в большей части наших обсуждений Т будет все-таки частью прямой и чаще всего либо отрезком, либо лучом. Еще будет только один фрагмент, когда появятся гауссовские случайные процессы, значит, в следующий раз появятся гауссовские случайные процессы, там опять на миг появится Т абстрактное множество. Ну, почему я не с самого начала не прилепляюсь к Т, к абстрактному множеству? Ну, потому что много задач, и в том числе прикладных, когда Т все-таки, ну, не абстрактное множество, но не часть прямой. Например, там в статфизике много задач, когда Т – это решетка целочисленная там в пространстве, так? И случайные величины – это, ну, там какие-то там, значит, какие-то там частицы или там заряды какие-то в узлах решетки, и там случайным образом они там как-то намагничены и куда-то смотрят. Так что, в общем, полезно изначально не привязываться к прямой, но все-таки важная часть у нас будет, вот когда Т – это часть прямой. Значит, процесс, значит, случайный процесс Кси от Т, значит, называется, значит, процессом, ну или давайте, чтобы сто раз это не писать, напишем, имеет независимые превращения, если при значит, вот таких вот, значит, разных, значит, моментах из этого Т случайные величины кси Т2 минус кси Т1, кси Т3 минус кси Т2, ну и так далее, кси Тн минус кси Тн минус 1 независимы. То есть название процесса вполне себе мнемонично. Процесс с независимыми превращениями, тут без всякого обмана берутся последовательные превращения. Но только тут надо запомнить, что превращения действительно берутся вот так, с по-человечески упорядоченными моментами времени. Тут не абы какие моменты времени, а вот такие упорядоченные. Да. Что-что? Нет, зачем? У нас превращение. Да. Ну да. А зачем?
Почему вдруг кси-Т1, почему вдруг кси-Т1 какую-то особую роль начинает играть? Ну. Не, слушай, но это вы напрасно сделали. А зачем вы это добавили? Такое в принципе возможно. У тех процессов, которые у нас дальше будут, это будет неважно. Но представьте себе, что Т – это не абы какое множество, так? А от нуля и дальше. Ну, там, отрезок от нуля или луч от нуля. Так? Представьте себе, что это Т начинается в нуле. Так? Представьте себе, что это Т начинается в нуле. И представьте себе, у нас так и будет с нашими основными примерами, что кси 0, он 0, что в момент времени 0, процесс 0. Так? Тогда, конечно, здесь можно сюда еще приписать кси Т1, потому что кси Т1 тогда тоже станет разностью. А разностью кого он станет? Он станет разностью кси Т1 минус кси Т0, а кси Т0 у нас 0 будет, так? Ну и тогда разницы не будет. Но если Т не имеет такой специфической структуры, что это от нуля и что-то, то совсем нехорошо выделять. Ну, с какой стати выделять тогда, ну, какую-то, так сказать. Вот когда пишут здесь, вот можно было бы еще кси Т0 сюда, вот так, если уж так, значит, делать, можно еще было бы кси Т0 брать и его брать без разности, так, кси Т1 минус кси Т0, а кси Т0, ну, какой-то. Ну, так еще можно сделать, но это если в момент времени 0 выделен, то тогда хоть в этом что-то разумное есть. А если тут вообще никакого нуля даже, тут, в принципе, в этом Т нуля-то может и не быть. Поэтому так лучше тогда не делать. Но, повторяю, для тех двух процессов, которые у нас дальше будут примерами, винеровский и пуассоновский, разницы нет. Так, разницы нет. Давайте я сразу приведу, значит, два основных примера. Полагается, когда есть какое-то понятие, про него нужно знать какие-то примеры и факты. Ну, Арнольд нас учил вообще, что примеры должны быть на первом месте. Но, может быть, даже это слишком. Но, по крайней мере, значит, примеры, конечно, надо знать. И какие идут два основных примера? Значит, пуассоновский процесс. Значит, пуассоновский процесс, это в честь известного французского, математика такого весьма разностороннего, который там очень много чем занимался, в общем, почти всем. Так, он так у нас важно выглядит, пуассон, но пуассон по-французски это всего-навсего рыба, так что не очень-то там у них важно выглядел, хотя и был выдающимся, математиком. Значит, с интенсивностью сивностью лямбда. Это вот какой процесс. Значит, процесс N от T, так, я специально, почему не кси, специально обращаю внимание на n, потому что он будет целочисленный. Так? N от нуля равняется нулю. Приращение независимы. Чего еще не хватает? Сказать, как распределено одно приращение. Значит, и n от t минус ns
при t больше s есть пуассоновская случайная величина с параметром лямбда делить на t минус s. Ну, то есть, что это значит? Значит, пуассоновская принимает значения целочисленные, значит, вероятность того, что... Значит, обратите внимание, разности должны быть пуассоновскими. Да. Вы сказали, лямбда поделить на t минус s, а написали умножение. Что написал? На левой доске. Сейчас, ну вот с таким. Ну да. Слушайте, это я от станции бежал, просто еще, наверное, не пришел в себя. Вероятность того, что это равна k. Ну, k это 0, 1, 2 там и так далее. Какая вероятность? Вот какая. Лямбда, ну вот на этот параметр надо возвести в степени k, поделить на k факториал, и умножить на e в степени минус вот это. Вот. Значит, естественно, возникает вопрос, почему такой существует. Значит, обратите внимание, это у нас пока так анонсировано, что такой процесс есть. Почему он существует? Ну, вот это сейчас у нас как раз будет общая теорема, довольно простая, из которой это, значит, появится. И второй пример. Значит, второй пример, который уже в другом обличии был. Значит, винеровский процесс. Или броуновское движение. Это... Вот какой. У него дубль ВТ, значит, у него он тоже выходит из нуля. При расщении независимый. Так. Кто такое приращение? Значит, вот это приращение, значит, при t больше s. Так, вот такое превращение. Значит, это центрированная гауссовская с дисперсией t минус s. Ну, то есть, значит, мат ожидания разности 0. А мат ожидания квадрата разности – это t минус s. Так. Ну, соответственно, если в качестве s взять 0, то получится, что сами они, каждый из них, это будет гауссовская с нулевым средним и с дисперсией t. Но важно… И в первом примере, и во втором независимы приращения, но не сами. В обоих примерах, значение зависимы. Так. Значит, в обоих примерах значения зависимы. Ну, например, давайте сосчитаем ковариационную функцию. Значит, давайте сосчитаем ковариационную функцию винеровского процесса. Так, чтобы увидеть. Значит, если бы они были независимы, то поскольку они с нулевыми средними, то это ноль было бы. Но у нас это не ноль.
Потому что смотрите, что у нас получается. Значит, у нас, значит, какой ответ получается? Значит, давайте посмотрим. Ну, давайте я сначала ответ выпишу. Это будет минимум из t и s. А, значит, ну, например, пусть t больше, чем s. Так. Смотрите, что здесь получается. Так, значит, смотрите, что здесь получается. Значит, у нас получилось вот это. Значит, вот это у нас по условию t минус s, так? Значит, вот так у нас получилось. T минус s. Теперь, с чего это слагается? Значит, это слагается, если раскрыть, так. Значит, вот так получается, да? Значит, если раскрыть. Если взять мат ожидания, то получится t плюс s минус 2, тех, кто нас интересует, так, и это будет t минус s. Так. Почему? А? А почему так? Нет, это по условию так. Нет, почему мат ожидания будет квадратным? Потому что это же я говорил, что если s равно нулю, то получается нулевой процесс это же ноль. Получается WT в квадрате имеет мат ожидания t. Нет, похоже на правду, по-моему. Тут t сокращаем, но s не сокращаем. S тащим сюда. Их становится 2, и получается, что вот это, получается, что это s. Но это как раз s меньше из 2, так и должно быть. Ответ немножко удивительный, потому что какие-то тут были многочлены первого и второго порядка, и чего-то тут тоже эти... мат-ожидания тоже вроде многочлены первого и второго порядка, так? Но в ответе нарисовался не многочлен, так, по ТС. Видите, минимум из ТС это не многочлен. Так? Явно они независимыми значениями не являются. Так? Аналогично с этим. Естественно, тоже возникает вопрос, почему эти процессы существуют оба? Тут еще второй вопрос, естественно, возникающий. Сколько сейчас времени? 28 минут. А, 8 минут. Поскольку теорема важная, я сейчас ее только сформулирую, докажем в следующий раз. Я даже некие предварительные вещи для нее только скажу. Значит, смотрите, в двух словах. Значит, почему так называется процесс, значит, виннеровский процесс, значит, или броуновского движения, это в честь кого? Значит, виннер это такой американский математик, уже по фамилии видно, конечно, что он бежал из Вены в 30-х годах, из там, австрийского математика стал американским математиком. А броуновское движение, как можно видеть, этого Виннера по-русски называют примерно так же, как его называют там венцы, так? Броуновское движение это вот он, этот Броун, который, конечно же, не Броун, а Браун, то есть как Паттер Браун. Почему-то у нас уже многолетняя, уже более чем там вековая, почти двухвековая традиция этого английского ботаника Брауна называть Броуном. И движение почему-то тоже называют броуновское, хотя оно, конечно же, брауновское. Почему так? Такая традиция. Это, наверное, потому что у нас, Хайне у нас называется Гейне. Виннеру еще повезло.
А Броуну нет. Ну, вот, ну, никуда не деться. Значит, этот ботаник открыл, значит, хаотическое тепловое движение молекул, значит, вот, ну, почти что 100 лет, чуть меньше 100 лет назад. И на протяжении второй половины 19 века было много всяких, ну, таких вот, так сказать, теорий, как это объяснить, хаотическое движение. Потому что первоначально подумали, что ну, в любых жидкостях содержатся какие-то, какие-то бактерии там, или кто-то, кто вот в микроскоп создает видимое движение. Но потом выяснилось, что ну, нет, без всякого присутствия всяких бактерий вот, ну, в жидкости есть тепловое движение. И значит, создавались модели, и вот автором одной из очень известных стал Эйнштейн, ну, вот, который во всем мире больше известен вот, своей теорией относительности. Но Нобелевскую премию он получил вот как раз за вещи, связанные с Брауновским вот этим вот движением. И вот, фотоэффект тоже. Ну, вот, ну, по крайней мере, первые его известные работы, вот, ну, за что он получил известность, ну и, собственно, Нобелевскую премию, это не теория относительности. Теория относительности – это его такое уже более позднее творение. А вот у него такая была, можно сказать, математическая. У него вот это, ну, у него все работы были отчасти математические, по теории относительно тоже. Но вот эта работа у него тоже была математическая. Значит, таким образом этот процесс появился в физике, и одновременно вероятностники, вот Бешелье, использовали его для моделирования процесса стоимости акций на Парижской бирже. То есть, вот, можно сказать, это было, значит, начало финансовой математики, и с тех пор в финансовой математике вот эти два процесса, вот в особенности винеровские, играют очень важную роль. Значит, теперь, значит, как доказывается, что эти процессы есть? Для этого из теоремы Колмогорова извлекается критерий существования процесса с независимыми превращениями. Ну вот я его планировал сегодня доказать, но из-за того, что опоздал на электричку, значит, придется на следующий раз это перенести. Но давайте я хотя бы скажу, в каких терминах это будет теорема. Вот в следующий раз мы ее докажем, и из нее получим винеровские и пуассоновские процессы. Значит, я напомню, что есть такое понятие, характеристический функционал. Или преобразование Фурье меры на РН. Это вот такая функция. Значит, это комплексная функция. Значит, мера на РН. Значит, и ее характеристический функционал – это тоже функция на РН. И это интеграл по РН, значит, вот от такой вот функции. Зачем физтехи учат комплексный анализ? Ну вот, чтобы не пугались комплексные экспоненты. Обычно все те, кто сдали комплексный анализ, думают, что вот эта мнимая единица – это, значит, такая довольно злокозненная штука и, в общем, враг. Но нет, на самом деле очень много случаев, когда эта мнимая единица за нас. А вот в данном случае она чем замечательна? Значит, вот это скалярное произведение, это вещественное число. Значит, это число по модулю, то, что тут интегрируется по модулю, единица. И поэтому этот интеграл существует. Вот если убрать эту «и», так, ну вот, предположим, у кого-то там после третьей пересдачи аллергия на «и»,
Значит, ну можно убрать и. Получится преобразование Лапласа. Но оно не у всех существует. А это существует у всех. И вот, значит, важный факт, ну вот я на этом факте и закончу, потому что он в следующий раз будет важен в формулировке теоремы. Значит, если, значит, мера мю и ню имеют равные Фурье, то меры равны. Значит, меры определяются однозначно по своим преобразованиям Фурье. Значит, вот в следующий раз у нас будет из теоремы Колмогорова довольно простым образом, ну простым, но это все-таки на 15 минут, вот которых как раз у меня не хватило, значит, будет извлечен критерий существования стационарного процесса с ну, заданными, значит, распределениями. Но это будет в терминах вот, ну, вот этих характеристических функций. Так, все, значит, на этом давайте приостановимся.